Простой способ научить ребенка не перебивать взрослых. Я разговаривала со своей подругой, как вдруг ее 3-летний сын захотел поделиться чем-то со своей мамой. Вместо того, чтобы перебить разговор, он просто положил свою руку на ее запястье и стал ждать. Она тоже положила свою руку поверх и продолжила говорить. Мысль была закончена, и моя знакомая повернулась к ребенку. Я была восхищена. Так просто. Так нежно. Это было очень уважительно и сдерживающе в то же время. Мальчику нужно было подождать пару секунд, пока мама закончит предложение, после чего она обратила все свое внимание на него.